Всем добра, ребят. Видите, да? Опять я здесь. Сегодня я хуй знает, не знаю какое число. Потерялся во днях. Тоже бухал несколько дней. И, короче, есть у меня это какой большой, блин. Есть у меня пол бутылочки водочки. Хочу найти пацанов. Сам похмелился, хочу их похмелить. Вот. Ну и как бы снять контент. 2-1-0 пуск. Все. Зачет. Сейчас попытаемся кого-нибудь найти. Не знаю, где кого искать. Все, и поеду домой. С работы у меня сегодня обломилось. Ну, я даже в какой-то мере рад. Где искать наших идиотов? Я вообще не знаю. Вчера они сидели, позавчера вот на этой лавке. Сегодня их нету. Никого. Хорошо, идем дальше. Ёпка моя. Перекись марганата калия. Просто, ребят, хочется сделать добро. Сейчас кого-нибудь найду. Нашинских. Бродяг. Что вам подсказать? Миусское кладбище. Миусское кладбище, это да. Нам надо в другую сторону. По Сущевке нам сказали, да? А вот смотрите. Да. Вот где народ люди идут. Да. Поднимаетесь на мост. Вот за это здание. А, вот за это, да. Да, красивое здание. Ага. Да. И проходите где-то еще, ну, вашим темпом минут 10. Да, и все уже? Да, будет Миусское кладбище, где заправка и сразу Миусское кладбище. А нам, знаете, сказали взять немножечко левее, потому что вот не на кладбище зайти, а нам храм нужен. А храм? Софии. Да, Вера, Надежда, Любовь, мать их Софии. Да, вот все знаете. Совершенно туда. Но туда же, да? Да. Все, спасибо вам, спасибо. Дай вам Бог здоровья. Улица Складочная. Складочная, брат, смотри. Блин, даже не знаю, как тебе объяснить. Сейчас, секунду, сконцентрируюсь. Как туда сейчас проходят? Там просто заварили все эти выходы и входы. Короче, Складочная, это вот электрон едет. И она за ней, да, электричество. Не знаю, ребят, что произошло. Но выключилась камера. О! Ёбаная насос! Ёбаная все! Ёбаная все! Здравствуйте, мужчина! Здравствуйте! А. Веришь мне? Верю! О! А, тебя не будут снимать! Не снимаю, лучше верну. Бах! Куба! Куда я не бах? Хуба-буба. Хуба-буба. Ну, сейчас. Хуля-хули, мы в Москве. Кстати, я прокрыжу пол. А что, маэстро в натуре? Конечно, это. Ассаламу алейкум. Малейкум ассалам. Ассалам, не объясни, конечно. Я тебя не помешал. Ты мне меня порадовал. Ты что, порадовал? Да. А почему? Ты болеешь туберкулезом? Почему это ты хуйню носишь, брат? Потому что гражданин. А. Не позволили. Понял. Когда я скородовый, это понял. Не объясни, конечно. А все нормально. А там
А кто там еще есть? Коля вот он, блюдо. Алкоголик, блядь! Да, блядь! Как он? Здорово, нахуй! Здорово! Поздоровайся, блядь, с подписчиками, нахуй! Опа-на! Здорово, Беларусь! Вот они! Все алкоголики, блядь, здесь собрались, нахуй! Ребят, ну у меня на всех полбутылки! Ёбаный насос! Это мало, блядь! Чё, пить будем, не? Да! Да? Конечно! Зови космоса сюда, нахуй! Космос! У меня пон. Они пуляют. Дай мне выпить. Дай. Потому что мне очень плохо. Ну-ка, скажи. Ты мне спой песню. Заповедный какой? Мотив. Заповедная даль. Ты белорус или хуй собачатник? А я белорус. Вот. Хуй собачатник. Все. Дурак. А ты откуда, брат? А мы тебя ждали. Я местный, ебаный насос. Я же Саня ебанутый, маэстро, который. Я, блядь, выпить хочу. Да на, выпей, ёб, нихуя ты понёс, блядь. Вася. Своей бабе понёс, нихуя сюда понёс, блядь. Сай сюда. Да, не. Брат. Я съесть просто, брат. А он, блядь. А он кто? Не снимай. Не, я не снимаю. Это тоже. Так, подожди. Дай сюда, дай сюда. А что оно? Похмелье, что ли? Моя подружка. А что плачешь? Что плачешь? 500 рублей, чтобы обучили. Сколько? 500 рублей. 500 рублей. Бля, ну тут у меня, я тут, не, я тут не это. Я не подарок. Понятно. Давай не пизди, короче. Давайте, короче, ёбнем нахуй. Ну и нахуй. Так пойдем. Пошли. Я не снимаю, все, маску одень, нахуй. Колян, тебя можно снимать, братан? Ну, снимай, сколько. Ой, ты моя ляпочка, блядь. Ну, расскажи, браток. Чего? Как ты 5000 спиздил? У кого? А там, где ты работал? А это не пиздеж ли был? Ебать, рано, как рано. Ну, тебе ебучку за что разбили? Ебучку не разбивали. Как не разбивали? Нет. Что, мне напиздели, да? Конечно. Он приезжал сюда, мы с ним сидели, блядь. И, блядь, Голливуду я отправил на работу. Ну, слава богу, этот хоть мудак уехал. А ты чего? Я там больше работать не буду. Как они подставляют, если там делать. Я понял. Ты меня знаешь. Наливайте, руки трясутся, заебали вы нахуй. Мне нужны персонажи, а не так, хуета какая-то, блядь. Ну ты прикинь, они, ну, прораб, блядь, их покрывал, ну, покрывал, блядь, своих земляков. Ну. А, блядь, зарплату всю у них полежали, блядь. И я там буду еще работать когда-то. И я у кого-то чего-то спиздил, как я могу спиздить? Ну, мне так сказали, ты взял какую-то карточку, там было 5000, и ты с ней ушел. Во-первых, это моя карточка. Это во-первых. Назад, она и сейчас у меня в кармане. Не надо. Голливуду! Любовь. Покажи. Вот, ребят, хавчик, все есть. Все есть. С Голливудом заходили в магазин. Дорогая, здравствуйте. Меня Саша зовут. Как? Алиса? Да, это а где твой мелофон? А это ты без забрал. Где твой мелофон, Алиса? Черный. А ну иди сюда, блядь. Иди сюда, блядь, кикимора, нахуй. Чего ты, блядь, со мной не разговариваешь? Не разговариваю. Вася, ну-ка пойдем по 50 грамм, нахуй, с маэстро. Поговори. С подписчиками, блядь. Но. Здравствуйте. Ты видал меня? Как у вас дела? О, пиздану. Ты чё, блядь, башка. Нахуя ты электричку толкал головой? Я электричку толкал башку, нахуй. Ёбану, какие они шумные. Прогони их нахуй отсюда, блядь. А ну, пошли нахуй. Пойдём, там есть полбутылки, ну, блядь, по 50 грамм хотя бы, ебанём. Да, братан, с тобой, конечно, ебанём. Ну. Давай ещё. Слышь, вот,
Ребят, дайте, пожалуйста, нам еще. Ну, мы помираем, ё-моё. Да ладно, не помрёшь, ёпта. Это, убери камеру. Убери камеру сейчас. Убрал. А мне пятый. Ты мне 200 рублей торчишь. Да охуеть, не устать нахуй. Я ему 200 рублей торчу. Представляешь? Не в огорчение. Ебанулся, блядь. Туфли гнутся. Братан. Алиса, где твой мелофон? Ай, кикимора. Блядь. Ебаный в рот. Шпаклевщик и строитель, блядь. Ебать контент. Вон еще одна парочка сидит. Все, сегодня совок ебется сегодня. Не, братан, не буду. А она не продавала. Короче, он нам не наливает. Ну, надо наливать, им что бы, ребята. По 50 грамм всем, нахуй. По 50, да хуя не надо, а то мне там не хватит, нахуй. Туда снимай. Туда, да? Братва, за вас. За четкий спецназ. На Кавказ за спецназ. А ты кто, как тебя зовут хоть, Влад, братан? Меня зовут. Там был. Влад, откуда ты сам? В Коми я сам. Коми СССР? Да. Это где наших пацанов там в зонах гнут? Да. Вот и попал, блядь. Тебе не достал. Да. Погнусь, блядь. Давайте, пацаны, за вас, чтобы вам было все хорошо, а у нас все было ровно. Ауе, пацаны. Черный уже, смотри, в зимнюю одежду потихоньку одевается. Бля, хули у меня башка разбита, ебать. Башка разбита, а почему у тебя башка разбита? Асфальтная болезнь, блядь. Ебануться, блядь. А? Ну что, а космоса все не хватило, что ли? Космоса не хватило, что ли? Ты же кепку не подогнал? Не. Все, бухара закончилась, да? А ты все уснешь? Ебать, вы глушите, блядь. На бутылку попросим. Алиса! Ребята, дайте... Мелофон! Дайте, пожалуйста. Ты через такой мелофон устроил? Чего я лёп? Очки сейчас. Очки только не трогай, мои. Слетят нахуй. Ребят, выручайте. Нам не хватает. Не трогай никогда. Не хватает денег. Я самый неглющий из всех мужиков. Алиса, выручайте! Все. Ребята, у тебя сейчас сидят очки и да? Сидят телефон. Подожди, телефон, очки, блядь. Сань, есть вопрос. Да. А, очки, говорит, если с ней, если очки... Подожди, черный, подожди. Да, выручайте. Так. У меня снимать. Да. Бей свою камеру. Я ненавижу камеру. Все убрал. Ты в телефоне можешь разбираться? Конечно, знаю, а куда его продать. Сказать, короче, это само, телефон... Я знаю, куда его продать. Нет, там надо разблокироваться. А, разблокировать. Сань, что нам, блядь, на носки деньги переводит кто-нибудь? Да, блядь, я не в прямом эфире, я видос снимаю. Я без носков. О, кстати, 10 минут есть, все, выкладываем. Все, ребят, смотрите, донат в описании. Тыры-пыры, стопыры. Носков нету, нахуй.